my next world tour. Uh, Дойн приносит извинения, что не присоединился с самого начала, но у него сейчас действительно бешеная нагрузка, это постоянные зумы с разными командами, и буквально через 12 часов начинается его вот следующий мировой тур, он вылетает через 12 часов, и действительно график очень плотный. Of course, we understand this, and we are very happy that you find opportunity to come today, great. Now, first of all, I would like to congratulate congratulate to you, Valeria, to Said, uh, to have a proper communication with your entire Mavi Russian family, if I may say so. And all I can say is that, uh, my dear Mavi community, you are not alone. Я очень рад приветствовать еще раз российскую команду и хочу вам еще раз показать и сказать то, что вы здесь не одни, что у нас действительно командная работа и всегда вы имеете поддержку от компании. Now on a daily basis, I'm having between eight to fifteen zooms a day with one reason only, and this is the new application that is coming on top of Ultron Chain with the name of the project called the FlipMe. И сейчас это не очень серьезный график. Позумим от 8 до 15 зумов в день с разными командами, и причина этого является только одно: это наша новый продукт, который вышел two дня назад, The FlipMe. Когда мы начали наш стаking hub, нужно было делать несколько зумов для того, чтобы объяснить людям, что вообще такое блокчейн первого уровня и дать какую-то техническую информацию. Когда мы запустили лотерею, на это понадобилось совсем намного меньше времени, чтобы объяснить людям, что за продукт, потому что слово лотерея знает каждый, и это, конечно, намного проще, чем рассказывать про стейкинг-хаб. Today's topic, Me, is the product for billion people out there. И сегодняшний продукт, который мы запустили, Flip Me, это тот продукт, который uh, для 8 миллиардов человек. Now, what I mean is that everyone who's having a birth, he get ID document, birth certificate, and the bank account. К чему я это говорю? Сейчас, когда человек рождается, он получает свидетельство о рождении, какую-то ID-карту и банковский счет. Now the Flip .me is not changing any habit. habit. Uh, Flip .me is adding beside the bank account also the crypto wallet. So with one single click you will be able to transfer the funds and be part of the crypto industry and you don't need to be a blockchain expert. Итак, FlipMe не меняет никакие привычки. Вам не нужно быть блокчейн-экспертом, FLIPME вам предоставляет полный банковский сервис, но помимо этого также у вас будет криптокошелек, и, соответственно, вы сможете пользоваться всей экосистемой блокчейна, и для этого вам не нужно быть экспертом в блокчейне. Besides all the benefits, you can become the co-owner of the Flipme software, and the payment hub NFT It's your entry point. И uh, помимо uh, тех преимуществ, которые вам даст сам банковский сервис, вы также можете стать совладельцами IP-прав uh, этой платформы. Uh, и абсолютно неважно, uh, какого номинала у вас будет хаб, самое главное, чтобы этот хаб был, потому что мы говорим о NFT-хабе, который впоследствии вы сможете передать своим детям, внукам, uh, хоть кому. Now, for the end, the flip me in the matter of days, it will put out the roadmap. When, how and everything they will launch. What is the monthly subscription? What, who's the team behind? Who's the CEO? When everything is coming live, Billion times. Uh, uh, вся информация по Флиппинму uh, появится именно в uh, um, дорожной карте Флиппинга, когда мы будем знать, uh, какие карты, какие преимущества дает карты, какие uh, ежемесячные подписки. Uh, какая команда стоит за флипми, какой банк, то есть это все мы узнаем с вами uh, uh, через несколько дней, но uh, свою лояльность и то, uh, что нам может доверять, мы это уже, uh, уже доказывали один миллиард раз, и uh, вы все знаете Ультрон, вы все знаете Мави, поэтому вы должны абсолютно быть спокойны о нашем новом продукте Флипми. I'm sure that uh, Valeria and Said, and uh, I believe that also Yasha was on this call. Give you the basic information, give you the basic concept until the next call when I will have way more time. I will definitely have way more information so you don't need to worry. You are in a good hands. And all I can say, see you next time from India. Uh, и uh, с учетом того, что сегодня в нашем зуме уже выступал Саед, выступал Яша, вы, uh, конечно, понимаете, наверное, все вот нюансы по FlipMeCard, как, uh, какие есть Payment Hub и так далее. Мы сегодня не будем делать детальную презентацию, мы сделаем uh, презентацию на команду на следующей неделе, уже когда домен будет в Индии. Thank you very much and see you next time. Thank, Thank you so much, Dominic, for your Thank presentation. Thank you for understanding. So much, I that you find time in your crazy, absolutely crazy graphic, and uh, let's plan uh, our Zoom next week in time, which will be available for you, okay? Thank you very much, and I wish you a great day. A great day, and have a good flight. Thank you. this man is the engine of the Mavi Global. He is working day and night. <laughs> uh, Domin говорит, о, oh, uh, говорит о том, что Домин является двигателем Mavi Glo Global. Он просто работает круглосуточно и действительно, ну просто uh, огромное уважение к этому человеку, потому что он действительно. But there is no doubt behind the стоит. success of Mavi Global. Ninety is the role of Domin. Uh -huh. И такой великий успех Mavi Global, наверное, 90% это заслуга Everything, everything is based on leadership. Валерия, Саид, you are doing amazing job. One person without good team, it's useless. Or team without a good leader, it's useless. So it's a teamwork. Let's congratulate to each and everyone. And there is no VPs, there is no high positions. We are a team and that's it. You. И еще раз говорит о том, что вот этот весь результат достигается благодаря каждому из нас, именно благодаря тому, что мы делаем командную работу. Thank you very much. See you next time. Thank you so much. See you next time. Bye bye. Global Star Club. Возможности безграничные.